Доброе утро, жители любимой республики. Просыпаемся и приступаем к стандартным утренним процедурам. Постепенно мы возвращаемся в привычный ритм жизни, правда, соблюдая особую осторожность. Опасность еще не миновала. Но, несмотря ни на какие опасности, программа «Утро Хакасии» рада поздравить вас с началом нового дня. И пожелать всем бодрого утра! Тринадцатое мая за окном. Некоторые считают эту дату не очень счастливой. Весь май мается, да и число 13 не вызывает у людей восторгов. Но мы-то знаем верное средство от любых несчастий. Чтобы день прошел хорошо, включайте программу «Утро Хакасии». Тогда обо всех невзгодах точно забудешь. Особенно после того, как мы заглянем в календарь. Уж там-то точно праздник каждый день. И сегодня этот самый календарь радует гурманов. 13 мая – день яблочного пирога, фруктового коктейля и хумуса. Хотите поздравить близких с праздником? Подарите им букет одуванчиков. Сегодня Международный день этих солнечных цветов. Поздравьте и моряков Черноморского флота. 13 мая и их день. Появлению Черноморского флота мы обязаны Екатерине II. В 1783 году императрица подписала соответствующий указ практически сразу после присоединения Крыма к Российской империи. Сегодня Черноморский флот входит в военно-морской флот России. В его составе подводные лодки и надводные корабли, истребительная авиация, ну и, конечно, части береговых войск. В этот же день, в 1836 году, началось строительство первой в нашей стране железной дороги – из Петербурга через Царское село в Павловск. Протяженность чуть больше 26 километров. Сейчас же общая длина всех железных дорог в России составляет более 85 тысяч километров. А сколько километров железных дорог по миру и не сосчитать. Зато я легко сосчитала интересные факты о них. Их ровно 5. Первая железная дорога в России была грузовой, длиной 2 километра. Построили ее на Урале на Колывановском заводе, и работала она на конной тяге. Первой пассажирской дорогой была Царскосельская. Скорость поездов в 19 веке была 33 км в час. Современные могут развивать скорость до 580 км в час. Самой примечательной железной дорогой считается Транссибирская магистраль. Она самая длинная в мире. От Москвы до Находки 9438 километров и 97 крупных станций. Ходит по этому маршруту фирменный поезд «Россия», который находится в пути 8 дней, 4 часа и 25 минут. Самая середина Транссиба так и называется – станция «Половина». От нее одинаковое расстояние и до Москвы, и до Владивостока. Самый холодный участок Транссиба находится между станциями Могоча и Сковородино. Температура здесь достигает минус 62 градусов по Цельсию, хотя географически это не самая северная точка магистрали. По статистике, железная дорога в 45 раз безопаснее автомобиля. Тем, кто все равно беспокоится, специалисты советуют выбирать вагоны в середине состава, а в сидячих вагонах купить билет на места против движения, спиной к голове поезда. Самый длинный грузовой поезд был длиной 6,5 километров, состоял из 440 вагонов и регулярно перевозил 42 тысячи тонн угля из Экибастуза на Урал еще во времена СССР. На другом краю света в ЮАР в 1989 году зафиксировали другой рекорд – поезд длиной 7 километров 300 метров, состоящий из 660 вагонов. Правда, больше эксперимент не повторяли, колея не выдержала. Осторожно прощайтесь на вокзалах в Париже. Там в 1910 году запретили поцелуи. Из-за них часто срывалось расписание поездов. Запрет до сих пор действует, правда, штрафы за это отсутствуют. Тринадцатого мая наши предки наблюдали восход солнца. Если небо при этом было чистым и ясным, то лето должно было быть солнечным. А если вечером взойдут звезды и подует с юга теплый ветер, то лето будет грозным, зато теплым и изобильным. Яков теплый. Так называли этот день. И он, похоже, полностью оправдывает свое название. Сегодня в республике явно майская погода. На улице тепло и не ветрено. К тому же практически без осадков.
В Хакасии средний градус днем за 20-22, ночью 10-12 тепла. Но на небе разгуливают облака и ясной погоды не будет. Магнитное поле спокойное. А вот ультрафиолет высокий, индекс 6 из 8. Хотя для цветущих плодовых деревьев это довольно неплохо. Но и долгота дня нарастает. Световой день 15 часов 51 минута. Далее погоду проработаем детально. В Черногорске и Устьябакане небо облачное, осадки метеорологи не прогнозируют. Дневная температура летняя плюс 25, плюс 26. В ночной период плюс 14, ветер тихий, юго-восточный. В Сорске облачно с прояснениями, дождя в городе не ждут. По погоде 22 с плюсом днем, а вот ночью всего 9 выше 0. Легкий ветер с небольшим усилением до 8 метров в секунду. В Саяногорске облачность незначительная и без осадков. По полудню плюс 25, в сумеречное время плюс 13, ветра практически нет. В соседней Бее ситуация подобная, днем 25, в ночи плюс 13. Очень слабый ветер, временами штиль. Малооблачно, без дождей. Картина в Белом Яре схожая. Там переменная облачность, днем плюс 26, после полуночи до 14 тепла, неветренно. В Бограде в полуденное время плюс 25, а в темноте 11. Облачно, но временами проглядывает солнце. Осадки отсутствуют. Гуляет легкий ветер со слабым усилением. В Шира и Копьево переменная облачность, туманы. На термометре 24-25. В темноте на улице от 10 до 12 градусов. К концу дня ожидается дождь. Легкий ветер с незначительным усилением. В Аскизе на небе плывут небольшие облака, дождливо не будет. В обеденные часы температура воздуха составит плюс 26, в ночи 13, ветра почти нет. В Таштыпе осадки не предвидят, однако облачность переменная. Утро туманное, днем 24, в сумерках 9 тепла, тихий ветер. В Абазе днем все те же плюс 24, а в сумерках плюс 9, в ночи слабая дымка. Легкий ветер в течение дня северо-восточного направления. В Абакане облачно с прояснениями, комфортный градус, днем плюс 26. После полуночи температура воздуха составит плюс 14, без осадков. Ветер слабый, направление меняется от южного до северного. Низкая влажность, атмосферное давление в норме, луна в последней четверти. Нынешняя весна стала подарком для аграриев. Несколько хозяйств республики завершили посевную кампанию. На сегодня зерновой клин в республике составил 38 633 гектара, в том числе более 27 тысяч гектаров пшеницы. Больше всего ее посеяли в Орджоникидзевском районе, второе место у Ширинского, замыкает тройку лидеров Бийский район. Кроме того, в регионе продолжают закрывать влагу, вносить минеральные удобрения, обрабатывать семена для посева. Хозяйство продолжает сев рапса, а посадка картофеля в республике подходит к концу. Новости из других сфер жизни республики смотрите прямо сейчас. В пятницу 15 мая глава Хакасии пообщается с жителями республики в прямом эфире. Начало в 19:30. Валентин Коновалов, как всегда, ответит на звонки телезрителей по телефону 298-800. Помимо прямого телеэфира мы также будем вести онлайн-вещание в наших группах. Во ВКонтакте, Одноклассниках и на Ютубе. И в официальных группах главы региона. В Хакасии отмечен рост заболеваемости внебольничными пневмониями за счет взрослого населения Абакана, Черногорска, Усть-Абаканского и Алтайского районов. Количество заболевших в два раза выше среднемноголетнего уровня, отмечают в пресс-службе Республиканского Роспотребнадзора. Возросло и количество обращений абаканцев за медпомощью с признаками острых респираторных вирусных инфекций. По сравнению с предыдущей неделей, этот показатель увеличился на 57%. В Хакасии пенсионеры-опекуны получат выплаты с учетом индексации. Она будет произведена с 1 июля этого года. Для того, чтобы обеспечить выплату пенсии по новым правилам, отделение Пенсионного фонда России по Хакасии проводит работу по актуализации списков пенсионеров-опекунов. По предварительным данным, в республике проживают 225 пенсионеров, являющихся опекунами или попечителями несовершеннолетних детей. В Хакасии продолжается весенний паводок, однако пока ситуация спокойная, подтопление в ближайшее время не ожидается. На реке Абакан в районе Абазы уровень воды поднялся за сутки на 5 сантиметров. До критической отметки запас еще больше 2 метров. А вот в районе города Абакан вода даже немного упала. Как будет дальше, зависит от погоды, жары, таяния, снега и осадков. Тем временем уже находятся энтузиасты, открывшие купальный сезон. Специалисты предупреждают, так не делать, это риск для жизни. Вода ледяная, течение быстрое, на озерах и карьерах тоже холодно и небезопасно.
Какой-то неправильный у нас май. Ни шашлыков на природе, ни парада на 9 мая не увидели. Наташа, мы в реальной жизни не увидели, но на помощь пришел мир виртуальный. В честь праздника разработчики одной компьютерной игры реконструировали совместный парад победы СССР и стран-союзников, который в реальности прошел в освобожденном Берлине в сентябре 1945 года. Тогда в одном строю шагали тысячи солдат и офицеров армии СССР, США, Великобритании и Франции. Так что, Наташа, бегом на YouTube смотреть, а я пока расскажу, во что можно поиграть. Эпоха танковых экшенов началась 10 лет назад с выходом игры «Мир танков». Но я вам расскажу про игру, в которую сам наиграл не один десяток часов. Ворвавшаяся в наш мир как воздушный симулятор, она обросла наземной техникой и благополучно вышла в море. Это игра «War Thunder» от российской компании «Gaijin Entertainment». Я большой поклонник бронетехники и впервые попробовал War Thunder в 2015 году. Меня сразу поразила графика. В отличие от других подобных проектов, тут все масштабнее и реалистичнее. Взгляните сами. Геймплей сложный и нет полоски здоровья, но есть внутренние модули техники. И чтобы вывести боевую единицу из строя, нужно либо подорвать боекомплект, либо устранить ее экипаж. А техники тут просто море. Легкие, средние, тяжелые танки, противотанковые орудия, истребители танков, штурмовые орудия, зенитки, боевые машины, оснащенные установками противотанковых управляемых ракет, и даже легендарная «Катюша». Все начинается с легких танков и самоходок довоенного периода. Динамично, бодро и весело. Потом приходит эпоха техники Второй мировой войны. Наращивание брони и увеличение калибров орудий. Скорости снижаются, но интерес возрастает. Тут легендарные Т-34 и КВ-1. Американские «Шерманы» и немецкие танки отряда «Кошачьих». Заканчивается эта эпоха монструозным немецким «Маусом». Но игра на этом не остановилась. Дальше прямой путь к современной технике. На данный момент последний советско-российский танк — это Т-80У, который на минуточку до сих пор стоит на вооружении армии России. Прелесть игры в том, что на большой и очень красивой карте воюют и танки, и самолеты. А если мы возьмем технику эпохи Холодной войны или войны во Вьетнаме, то вот вам, пожалуйста, боевые вертолеты. Для успешного выполнения миссии нужно либо уничтожить всю технику врага, что долго, либо захватить контрольные точки и успешно их удерживать. В помощь игрокам все реально существующие типы снарядов и различные игровые механики, такие как дымовые гранаты или дымовые завесы. А когда уже и это наскучит, можно форсировать реку и зайти врагам в тыл. Море, море, мир бездонный. Игра отличная и определенно заслуживает вашего внимания. Атмосфера шикарная. Спасибо за это великолепному звуковому оформлению и красивой графике. А благодаря тому, что разработчики с анатомически правильным расположением рук, игра запустится и будет хорошо играться даже на весьма стареньких компьютерах и ноутбуках. Так что вперед, на компьютерные поля сражений. С вами был Андрей Кобзарь, специально для «Утра Хакасии». Пока ты уткнулся в монитор, чтобы играть в танчики, можешь пропустить целое историческое событие в небе. К Земле приближается комета Сван, которую открыли всего лишь полтора месяца назад. Она имеет хвост длиной около 18 миллионов километров. И сегодня на максимальной близости к нашей планете в 84 миллионах километров. Ожидается, что комета Сван наиболее яркой будет 27 мая. Лучше ее, конечно, наблюдать из южного полушария, но и в наших средних широтах есть надежда увидеть зрелище. Сван будет расположена низко над горизонтом на сумеречном небе. Возможно, даже ее можно будет увидеть без телескопа. Но если вам некогда оторвать голову от монитора или телефона, современные технологии приходят на помощь.
Разработано астрономическое приложение StarWalk 2 для наблюдения за кометой и другими событиями космоса. Оно уже оповестит вас, когда комету можно увидеть невооруженным глазом, если она наберет достаточную яркость. А о том, как звезды влияют на жизнь на Земле, нам расскажет не приложение, а звездный прогноз. Овны. Сегодня вас отличает повышенная коммуникабельность. Совершив лишь небольшое усилие, вы способны уговорить практически кого угодно и на что угодно. Тельцы. Наступивший день сулит вам приятные хлопоты. Помогая близким вам людям, вы получите энергетический и эмоциональный заряд. Близнецы. Ваше настроение сегодня с трудом можно назвать стабильным. То и дело вы будете пытаться устроить какую-нибудь заварушку. Раки. Гороскоп призывает расстаться с чем-то или даже с кем-то. Избавьте свою жизнь от лишнего. Генеральная уборка поможет сделать жизнь ярче и гармоничнее. Львы. Станьте проводником добра в этот мир. Сделайте его немного лучше, а совершенное сегодня добро обязательно вернется к вам сторицей. Девы. Сегодня вам предстоит проверить на прочность свои нервы. Это день испытания. Однако гороскоп утверждает, что у вас на все хватит сил. Весы. Не торопитесь зарывать голову в песок. Научитесь принимать вещи такими, какие они есть. От этого вы почувствуете себя намного лучше. Скорпионы. События этого дня будут погружать вас в философские раздумья. Постарайтесь держать себя в руках, чтобы не впасть в меланхолию. Стрельцы. Сегодня окружающим вы будете казаться настоящим волшебником. За что бы стрелец ни взялся, все будет даваться ему на удивление легко. Козероги. Снизьте активность, оставьте в планах лишь самые неотложные дела. Этот день наилучшим образом подходит для подведения итогов и любых генеральных уборок. Водолеи. Сегодня у вас могут возникнуть проблемы в общении. В любых важных вопросах выражайтесь предельно просто и ясно. Рыбы. Прекратите оглядываться. Идеализируя прошлое, вы можете разрушить то, что имеете сейчас. Если у вас фантазия порядок и руки, как говорится, из того места растут, то легко превратить морковь в совершенно другой предмет. Для этого понадобится острый нож и навыки обращения с ним. Этими качествами вполне может похвастаться мастерица из Китая, которая, взяв морковь и пару других овощей для дополнительного украшения, приступила к творчеству и сделала из овоща сетевой фильтр. Конечно, этот сетевой фильтр потом можно отварить и съесть. Морковью он быть не перестал. Героиня нашей следующей рубрики тоже творит чудеса. И с морковью, и с другими продуктами. Смотрите очередной рецепт от Ирины Топкасовой в программе «Утро Хакасии». Глядя на такое разноцветье, настроение улучшается. Это, можно сказать, волшебный салат. Простой, очень вкусный, немного освежающий, несмотря на то, что с курицей. Кстати, делать его можно из говядины или свининой. Даже приготовить с колбасой, если она завалялась в холодильнике. Правило нашего дома – ничего не выкидываем. То есть, если что-то у нас там осталось, а если мы пожарили курицу или мяско, или что-то осталось, то есть мы из этого можем сделать, допустим, салатик. Вот. Сегодня у меня осталась жареная курица. Вот. Поэтому я сейчас решила сделать салатик весенний. Весеннее настроение с курочкой, с редисом, с огурчиком, с перчиком. Готовую курочку сразу нужно выложить в глубокую миску, покрошить редис. Теперь огурчики. Нарежем их крупными ломтиками. Такая мода несколько лет назад пришла со Средиземноморья. К тому же считается, чем крупнее будут брусочки, тем больше сохранится в них витаминов и питательных веществ. Не менее важно, чтобы нож для нарезки овощей был достаточно острым. Лучший вариант – с керамическим лезвием. Металл окисляется при соприкосновении с овощами, а керамика нет. Что касается зелени, ее вообще рекомендуется рвать руками. Кто за правильное питание, тому, конечно, лучше резать крупно все. Заправляем этот салат нерафинированным маслом. Оно же запашистое само по себе. Вот, можно поперчить. Я салаты, в принципе, тоже люблю перчить все. Так, ну и все. Сейчас мы это все перемешиваем. Вот какой красивый получился. Можно еще сверху посыпать кунжутными семечками. И украсить салат розочками из редиса или огурца.
То есть вот огурчик берем и вот так вот поддеваем кожицу. И вот так вот по спиральке делаем вот такую вот розочку. Вот. Дальше пошли сюда также. То есть ничего у нас отходов, так сказать, нет. Делаем еще одну и в центр импровизированную тычинку. Кусочек редиса, богатого витаминами группы В, С, П. Овоща полезного, богатого клетчаткой и малокалорийного. Поэтому салат, о котором сегодня шла речь, несмотря на то, что с мясом получается не только сытным, но и легким. Кто попробовал, остались довольны. Хорошие новости. Вирусологи сообщили, что комары и клещи коронавирус не передают. Но его переносят мухи на своих коротких лапках. А эта новость уже не очень хорошая. Зато летом во влажной и теплой среде вирус живет значительно меньше. Это подтвердили специалисты. Но при этом на тополином пухе вирус прекрасно переносится на большие расстояния. Это сообщили другие специалисты. Зато кошки и собаки вирус точно не переносят, и с ними можно смело жить в одной квартире. С некоторыми собаками жить в одной квартире очень сложно. Лают, грызут, обувь портят и мебель. Это если воспитывать их неправильно, ведь собака в доме – это не только большая радость и круглосуточное веселье, еще и огромная ответственность. К сожалению, невоспитанный пес, даже очень умный и сообразительный, может принести вам немало проблем, и съеденная обувь – не самая большая из них. Поэтому кинологи говорят, взяли щенка в дом, начинайте дрессировку. Да, но это не значит, что двухмесячный малыш должен приносить вам палку и сидеть по команде смирно. С чего начать, чтобы ваш пес стал впоследствии собакой, с которой не стыдно выйти на улицу, расскажем прямо сейчас. С чего и когда начать дрессировку собаки? Этот вопрос первым встает, если в вашем доме появился щенок. Многие ошибочно полагают, что раньше полугода к тренировкам прибегать не стоит, слишком мал. Однако специалисты говорят, как только собака переступила порог дома, начинайте приучать к порядку. Трехмесячный щенок вполне готов усваивать информацию на уровне 4-5-летнего ребенка. Если щенка домой, вы уже приучаете его к дому. Приучайте к месту, где он кушает. Приучаем к кличке. То есть у щенка же должна быть кличка, мы его приучаем к кличке. То есть это уже начинается своего рода воспитание. Нельзя думать, что мы взяли щенка и мы подождем до 6 месяцев и потом начнем его воспитывать. Это неправильно. Ободранные обои, испорченная обувь, постоянный лай и метки на углах квартиры. Всего этого можно избежать. Сегодня найти кинолога, который поможет вам, несложно. Если этого сделать не удалось, на помощь придет интернет и литература. Но не каждому совету стоит доверять. Нельзя следовать советам там, где собаку бьют, там, где собаку принуждают к чему-то. То есть я считаю, что это недалекие люди писали такие советы. То есть со щенком надо играть. У нас все обучение строится на игре, на положительных эмоциях. Так уж сложилось, что владельцы породистых собак чаще задумываются о правильном воспитании своих питомцев. Еще бы, ведь с ученым псом не стыдно пройти по улице. Да и на выставках такой покажет себя только с лучшей стороны. А вот дворняжки, курсы дрессировки, как, впрочем, и домашнее обучение, проходят реже. Однако любая собака, живущая рядом с человеком, должна знать, что ей позволено, а чего делать категорически нельзя. Команды «ко мне», «рядом», «можно», «нельзя» и их вариации – основное, что должен знать пес. Остальное – сидеть, лежать, дай лапу – по желанию хозяина. Во-первых, надо научиться понимать свою собаку. Это первое, потому что собака тоже же живой человек, так сказать, да? То есть существо живое со своими эмоциями. Самая главная ошибка – это мы хотим все и сразу. Это у всех. То есть собака – животное системное, начинаем обучение от простого к сложному. То есть с маленького времени, с маленькой выдержки, с маленького расстояния, если на выдержку воспитываем, да, собачку. То есть все постепенно. Мы же не можем первоклассника сразу научить высшей математике 11 класса. То же самое с собачкой. В дрессировке главная задача – объяснить собаке, кто в доме хозяин. Если вы с самого начала будете непреклонны в своих принципах, при этом не перегибая палку и не обращаясь грубо, то ваш четвероногий друг вырастет послушным и не будет доставлять вам лишних хлопот. Правда, для этого придется потрудиться. Супер! Молодцы, девочки! Ай, хорошо!
период выходных дней в России завершен. Однако ограничительные меры в некоторых регионах продолжают действовать. Вот и в Хакасии режим самоизоляции пока продлен до 17 мая включительно. Это говорит лишь о том, что скоро и наша республика вернется в привычную колею. Ох, и сколько же всего было сделано за это время изоляции странного. Например, в Штатах один студент оборудовал домашний офис для белки. А что? Офис под открытым небом, солнце да орешки. Что еще хвостатому для счастья надо? Да вы только посмотрите, как белка увлечена своим ноутбуком фирмы «Желудь». Стоит признать, из грызуна получился бы неплохой офисный сотрудник. Многие бы мечтали о такой работе, где и работать-то не надо. Сиди себе да кушай орешки в удовольствие и жизнью наслаждайся. Что ж, давайте продолжим любоваться веселыми выходками братьев наших меньших. В утре Хакасии настало время рубрики «По приколу». Разгони тучи вокруг самым вкусным утренним чаем. Впереди много дел, теперь уж точно есть время заняться тем, чем давно хотел. Например, проспать полдня и лишь к вечеру с дивана себя поднять, залипнуть документалку о походах крестовых, посмотреть «Ходячих» или «Игру престолов». Детишкам своим тоже скрасьте дни, к вашим услугам длиннокраски и пластилин. Посмотрите вместе мультик, почитайте сказки, не жалейте любви, нежности и ласки. Главное, не паникуйте, не скупайте гречку, это не апокалипсис и не продлится вечно. Выше голову и подпевайте песню, и встречайте ваше утро с нами вместе. Доброе утро вам! Доброе утро вам, с вами Хакасия, с вами Сибирь.